Жители Брно любят пошутить, поэтому день глупой походки пропустить здесь не могут, как и мы, подорожники. Селеволк, или глупая походка, появилась в скетче из сериала «Летающий цирк» Монти Пайтона. В нем показана работа Министерства глупых походок и само множество смешных походок. Веселые люди из Великобритании не оставили такую забаву без внимания и организовали Международный день глупой походки 7 января. Оделись так же, как одевались в скетче, научились глупо ходить и созвали всех желающих присоединиться. А потом создали филиалы и шествия на других континентах. В Америке, в штате Юта, даже в Бразилии на пляже Копакабана организовывали шествия. В Австралии у нас много фанатов. И, конечно, во многих городах Чехии. Например, уже несколько лет у нас есть коллеги в Острове, в Оломоуце, в чешских Будиёвицах. Вот только в Праге пока никого нет. Там мы все еще не нашли никого достаточно дурашливого, кто бы смог такое организовать. Движение глупой походки даже придумало себе историю. Мало кто знает, что нацисты изначально хотели приветствовать друг друга поднятием правой ноги, чтобы таким образом демонстрировать мысль целого народа, объединенного единым глупым маршем. Тем не менее, им пришлось остановиться на приветствии правой рукой, потому что первый способ вел к массовым травмам, особенно во время речей Гитлера. Мы тоже идем сейчас этой дурацкой походкой. Сейчас пойдем всех догонять. В этом году в шествии участвовало около 250 человек. До этого было меньше людей. Как считали, каждый человек проходил под статуей Йошта на коне, и всех могли сосчитать. В этом году вокруг Йошта находится каток, так что туда не подойти. Считают участников поэтому по общей фотографии. Жарко, невозможно. Но осталось уже немножко. Вон народ идет. Если вам видно. Ох, сил нет, но я стараюсь. С коляской. Шествие закончилось у Стеллы на Новых Садах большим праздничным фейерверком.
с камерой в руке на самом деле не очень удачно ходить. Но я попытался, надеюсь, что кадры получатся нормальные. Весело было, это я вам точно могу сказать. Атмосфера прекрасная, поэтому если вдруг вы захотите принять участие в такой акции в следующем году, 7-го, по-моему, января. 9-го, говорили, да? 9 января, значит, обязательно приезжайте в город Брно. Пойдем вместе.